Шымкент. Почему на фуре? Ну, принцесса, извини, что не на Бентли. Это пока все, что я себе могу позволить. Можно без вот этих ваших старых древних ебаных шуточек? Ты оборот-то сбавь. Да ты вообще кто, а? И будь добра, общайся по-человечески. А то что? Что? Что ты мне сделаешь, а? Власть не делать с тобой что-то. А вот без дозы ты остаться можешь вполне. Блядь. В общем так. Это моя фура, и я дальнобойщик. С этого момента ты всегда должна быть рядом со мной. Ясно тебе? Ты вообще такой? Серьезно думаешь, да, что меня можешь, меня излечить, да? Я? Нет. Это твоя жизнь. Твои правила. И только ты себя можешь вылечить. Я могу лишь помочь. А что, если я умру прямо сейчас? Ну, от ломки точно не умрешь. А трава у меня есть. Да и... От передоза я тебе сдохнуть тоже не дам. Потому что я точно знаю, сколько отравы и когда тебе нужно. А вот это вот, это тебе на сегодня. Запомни, рядом. Ясно?